Кинорежиссер Гено Цаава представляет: Пата Мойсрапишвили, Нино Тархан Мурави, Ия Парулава в фильме «Первый день четвертого месяца».
Дерево пьянеет яблоневым цветом. Ноги слабеют в розовом свете. Одинокий ветер обступает меня и вьется кругами
И одиночество пасется в цветах. Автор сценария, режиссер-постановщик, продюсер и художник-постановщик Гено Цаава. Оператор-постановщик Бадри Баркая. Художник по костюмам Эка Магалашвили. Музыкальное оформление Мамука Берика. Автор стихотворения Паата Моистрафишвили. Звукооператоры Иракли Кацарава, Тенгиз Тодадзе. Монтаж Нелли Девнузашвили. Административная группа Валерий Шатакишвили, Зураб Натлешвили. Читал Евгений Водокарев.